We've been speaking about how to make our Tantra practice effective. Том, and this is based on the experience that I think most of us have in that uh, if we actually are doing Tantra practice uh, each day, or perhaps not even each day, that uh, it seems to be going nowhere. Потому что, возможно, у каждого из нас уже есть этот опыт. Мы занимаемся тантрической практикой ежедневно или почти ежедневно, но это никуда нас не приводит. И... Uh, мы можем uh, делать эту практику просто как пустой ритуал мы повторяем этот текст возможно даже повторяем его на тибетском на языке которого мы не знаем и это может uh, даже казаться нам чем-то странным times doing или может быть мы знаем и понимаем, что именно мы читаем, каков смысл этих строк, но действительно искренне э, практиковать нам все равно сложно. If, uh, are, uh, practice, that, uh, receive, как правило, мы занимаемся этой практикой тантры потому, что получили тантрическое посвящение. Uh, although many uh, Tibetans will uh, take empowerments with the uh, motivation that they're just planting seeds for future lives, and in this lifetime they can't really hope to uh, practice it uh, at all, maybe just say a mantra, but in future lives they'll be able to do that. И, например, тибетцы многие просто uh, принимают тантрическое посвящение и не ожидают, что они будут заниматься практикой тантры в этой жизни. Uh, просто они хотят uh, заложить uh, благоприятные семена на будущей жизни и, может быть, в лучшем случае начать заниматься этой практикой в будущих жизнях. Но если мы будем честными uh, самими с собой, uh, мы обнаружим, что на глубоком эмоциональном уровне мы не верим в перерождение. И если мы скажем, что мы получаем посвящение, чтобы посеять семена для будущих жизней, то это будут только возвышенные, красивые слова, и для большинства из, из нас это не будет ничего значить. So if, uh, are, uh, really если мы будем честными с самими собой, uh, мы увидим, что в большинстве случаев uh, большинство из нас думают только о этой жизни. And, uh, so... if we're going to take an empowerment, it needs to be on the basis of that we actually plan to practice what uh, we're receiving, you know, the, the empowerment for. otherwise, why are we taking it? Mm -hmm. so, given the uh, That uh, situation, then uh, we need to uh, make that uh, practice effective. И uh, если мы оказались в такой ситуации, uh, нам нужно постараться сделать свою практику эффективной. Or as effective as is possible. Во всяком случае, настолько эффективной, насколько это возможно. Now we hear the uh, nice line that. Uh, Through Tantra practice, especially the highest class of Tantra practice, it's possible to achieve life uh, enlightenment in one lifetime and even possible to do it within three years and three phases of the moon. Phase of a moon is a fortnight, either from new moon to full moon or full moon to new moon. Uh, слышали красивое высказывание, что можно с помощью практики тантры достичь просветления очень быстро, с помощью высших классов тантр, uh, даже за одну жизнь или даже за три года или uh, за три фазы луны, то есть за промежуток uh, фазы луны, это промежуток времени от новой луны до полной. And, uh, as, uh, one of my, uh, teachers, и, как говорили некоторые из моих учителей, хотя теоретически действительно можно достичь просветления с помощью практики тантры настолько быстро, на самом деле маловероятно, что это произойдет. Тантра-практика extremely extremely advanced, как я пытался Тантрическая практика исключительно сложная и исключительно продвинутая, как я уже постарался объяснить. И хотя, возможно, она не потребует три неисчислимо долгих иона, Uh, которые нам нужны для достижения просветления с точки зрения сутры Махаяны. Nevertheless, uh, it's going to take a long time. Many lifetimes. Many, many lifetimes. Тем не менее, этот путь к просветлению займет много и много жизней. Because, uh, requires very, very intensive practice. I mean, if we're really going to do it, that means потому что практика тантры требует большой интенсивности мы должны практиковать 24 часа в сутки ежедневно на протяжении длительного времени и неужели мы действительно считаем что мы находимся на том уровне когда мы можем это делать so, as one of my teachers, we have to be careful with this uh, line that uh, we can achieve enlightenment. so quickly, through tantra, we have to be careful not to use that as an excuse for laziness. we want to uh, follow an easy, so-called easy, speedy path, simply because we're lazy, and, don't want to work hard. Uh, очень важно понимать uh, эту строчку uh, правильно, это высказывание о том, что тантра ⁇ это быстрый и простой путь, и uh, мы не должны использовать это как оправдание для нашей лени. Uh, то есть мы uh, стремимся к простому и быстрому пути, потому что uh, мы uh, ленимся, мы не хотим прикладывать усилий. Вот почему, я думаю, очень важно не быть наивными в отношении тантры. Поэтому, когда я объяснял uh, тантру, я старался избежать ее упрощения.

я старался объяснять ее более глубоко, и также хочу сказать, что ее можно объяснять и еще более глубоко, с еще большим количеством подробностей. Тем не менее, моя цель... Is not the aim to be discouraged. Uh, моя цель не в том, чтобы вас uh, разочаровать. But uh, the aim is to uh, gain very deep respect for how sophisticated this method is. In order to uh, practice Tantra effectively, it really is important to have tremendous respect for it and uh, appreciation for it. И чтобы практиковать тантру эффективно, действительно очень важно относиться к ней с уважением и оценить ее. Something very special. If we look at uh, the uh, enumeration of the thousand Buddhas that will come in this uh, world age, only a few of them, in different texts will give different numbers, but only a few of them will ever teach tantra. So it's very, very special. И если мы посмотрим на тысячи буд, которые придут в нашу эпоху, uh, только несколько, uh, только некоторые из них в разных текстах будет приведен немного разный список того, кто именно, uh, но только некоторые из этих буд будут учить тантри. И если мы имеем очень высокий уважение и уважение к тантре, то если мы будем в этом участвовать, мы будем пытаться в этом участвовать, seriously. И если мы действительно уважаем и высоко ценим тантру, то когда мы подойдем к практике тантры, мы по-настоящему будем ей заниматься уже серьезно. So, what does it mean to be serious about it? И что я имею в виду под серьезностью? It is uh, not just to do a daily practice because you said that you were going to do it and, you know, you sort of promised

не говорим вслух об этом, тем не менее мы такое uh, обязательство на себя принимаем. Но если мы делаем практику только потому, что приняли такое обязательство, это недостаточно. Although, of course, that's a great accomplishment if you actually have the discipline to actually do it every day and not give up. Хотя это... It... quite an accomplishment, but it's not enough. A lot of people just give up after a while because they find it just too Хотя это уже большое достижение, если мы можем постоянно делать эту практику. Это говорит о том, что у нас есть а, большая дисциплина, а, поскольку большинство людей, а, получая посвящение, какое-то время практикуют, но потом бросают, потому что им кажется, что практиковать а, слишком скучно. Но только лишь а, одно повторение практики ежедневно а, недостаточно. The responsibilities of a family or a career, and so on. So very idealistic. That's the characteristic of the uh, uh, 20s, in an uh, you know, age. And uh, so, yeah, I'm going to do it. And you know, we all think we're millerapas, and so on. And uh, later, when we actually have these responsibilities of family and career, then we give it up. We give up this practice. We don't have time. Или, возможно, у нас просто не хватает времени. Например, мы приняли посвящение, будучи еще молодым человеком, в таком идеалистическом возрасте, когда нам 20-30 лет, у нас еще нет ни семьи, ни карьеры, и мы думаем, что мы как милорепы, и мы уверены, что мы будем делать эту практику до конца жизни, но потом мы обзаводимся семьей, работой, и мы видим, что у нас не хватает времени, и тогда мы практику бросаем. So, if we are, you know, Uh, dependable enough and stable enough that we actually do maintain uh, a daily practice uh, throughout our lives. we don't give it up. and actually, you know, from among the people that i know, you know, who took these empowerments when they were, uh, you know, when i was young and when i took them in uh, my 20s, very few of them are actually still now 40 years later doing it every day. very, very few. that's really sad, isn't it? и uh, действительно выполнение этой практики каждый день требует большой дисциплины, устойчивости в практике. Uh, например, uh, когда uh, я принимал, uh, когда мне тоже было uh, около 20 или чуть больше 20 лет, uh, эти uh, обязательства, и многие люди, с которыми я вместе принимал эти обязательства, uh, через 40 лет они уже uh, не практикуют, и это очень печально. Да. If we're still doing it, what uh, and you know, doing it with uh, just out of routine. And usually racing through it because we don't have so much time, so you do it as quickly as possible. Then, what really to make it serious is that you have to go back, way, way back, you know, to the very beginning of the Lamrim basic teachings, because without that foundation, practice isn't really sincere. You're just sort of doing a ritual and, in a sense, playing, and it could be even worse that you're just escaping into fantasy land. И если мы получили посвящение и делаем до конца жизни эту практику, то она может стать частью нашей повседневной рутины. И в принципе это совершенно нормально. Возможно, мы даже очень быстро проходим через эту практику, но мы по-прежнему делаем ее. И что нам в этом случае необходимо, вернуться к самым основам, то есть к учению Ламрима. И только если мы по-настоящему серьезно отнесемся искренне к э, этой основе, тогда уже мы сможем э, постепенно э, создать этот фундамент и для практики э, тантры. So. Пос, э, me. Поскольку без основы наша практика может превратиться в пустой ритуал, когда мы будем извинить в колокольчик, повторять э, наш текст. и... Uh, в uh, лучшем случае еще она просто будет uh, неэффективной а в худшем uh, и вовсе приведет нас в uh, мир фантазии когда мы будем просто стремиться убежать от реальности Um, all these lamrim steps, and to try to really, re lamrim is the greatest stages, going through the sutra path, and really try to get each stage on the level which is very sincere, very emotionally deep, that it really is, um, what should we say, it's there, it's present as a state of mind in you, and that is not a simple process. We fool Итак, мы продолжаем каждый день повторять нашу тантрическую практику, пусть даже на довольно поверхностном уровне. И одновременно с этим мы возвращаемся к основам, к учениям ламрима, то есть поэтапного пути к просветлению, где мы работаем с практиками уровня сутры. И наша цель на каждом из этих шагов достичь действительно искреннего отношения, чтобы...

you have to establish step one very firmly before you can go on to step two. step two adds to it. it is based on step one. to just skip over, you know, five, six steps and just try for the last one is totally unstable. Yeah. it doesn't have the depth and support of oh. the earlier, you know, the, the preceding stages. big mistake. Yeah. Uh, очень важно следовать этим uh, этапам пути именно так, как описано в текстах, поскольку uh, каждый последующий этап основывается uh, на предыдущем. Например, второй мы uh, развиваем уже после первого, и если мы пропускаем пять или шесть шагов и прыгаем сразу на последний, uh, то наша практика не будет устойчивой. So let's uh, look at uh, the importance of these various steps. In uh, the Lamrim, as the basis for effective tantra practice, and each step that we are able to take and be firm on it, benefit that daily practice. If we are doing a daily practice of tantra, Итак, давайте рассмотрим эти uh, этапы постепенного пути к просветлению uh, с точки зрения эффективности нашей тантрической практики, uh, то есть uh, прорабатывая шаг за шагом uh, этот постепенный путь. We start with uh, the. Uh, we've already spoken about the importance of a spiritual teacher to give us uh, not only the empowerment, to give the, uh, what should we say, more personal aspect to a commitment of taking vows and practice commitments. If you're just doing it to abstractly a visualization of the Buddha's, it's not as effective if you actually do it to a person. Terms of your emotional connection. Мы говорили о важности духовного учителя, и uh, это не только тот, кто дает нам посвящение, но и uh, мы принимаем перед лицом учителя обеты. Обеты, связанные с uh, этой практикой, обязательство ее uh, выполнять, и также uh, другие обеты, тантрические, бадхисатвы, uh, которые, uh, при, при, принимая перед uh, лицом учителя, uh, мы... Избегаем отношения к ним как к чему-то абстрактному. У нас есть uh, личное переживание. Uh, если бы мы принимали эти обеты перед лицом Будды, Бодхисаттв, это бы не было uh, настолько эффективно. Больше больше уважения учителя, the stronger you will keep your commitment. you don't want to be a complete, you know, how could i, you know, be so irresponsible as to, you know, have uh, promised in the presence of this teacher that i'm going to do this and then i don't. the stronger our respect for the teacher, the stronger our discipline will be.

И как говорится в учениях сутры, мы uh, представляем учителя uh, над головой или на плече или в сердце, неважно где именно. Смысл в том, чтобы учитель всегда был с нами, и это позволяет нам uh, все время помнить о принятых обязательствах, и мы думаем, что как я могу нарушить свои обязательства, если я принимал их перед человеком, к которому я отношусь с таким уважением. So, this relation with a spiritual teacher, it has to be, it's not just somebody who's inspiring, it's somebody that, you know, deeply moves our heart. You know, we can say, well, it's an emotional aspect to it, but... Uh, when we talk about an emotional aspect, you know, there are different types of belief. It's called, and one of the types of belief that we need to have with the teacher is the type of belief that uh, clears your mind of any disturbing emotions toward the teacher. <laughs> Глубокой важна глубокая эмоциональная связь с учителем, и когда говорится о четырех видах веры, один из этих видов веры это когда мы относимся к учителю с таким уважением, что все беспокоящие эмоции, которые у нас в отношении учителя возникают, они просто исчезают. It's not clinging. It's not I'm going to get angry and criticize if there's something that I don't like. It's not arrogance. I know better than you. None of that. It's a very stable state of mind. It's not without feelings, though. It's a very deep feeling, but a non disturbing type of feeling. И когда мы говорим об этих эмоциях uh, в отношении учителя, мы имеем в виду уважение, uh, мы имеем в виду, что мы ценим учителя. То есть у нас не должно быть беспокоящих эмоций, например, неприязни, что нам что-то не нравится или высокомерия, когда мы думаем, что знаем лучше, чем учитель. Uh, это не такие поверхностные эмоции, а на самом деле очень глубокие и это очень стабильные эмоции. And, we don't that the no time for me. and as we've spoken about Buddha nature, it's not that, you know, I am this horrible, miserable creature down here with no qualities, and you're so wonderful up there, and we worship you. Certainly not worship of the teacher. И определенно это не поклонение учителю, когда мы говорили о природе Будды, мы эту тему затрагивали, что дело не в том, что учитель обладает невероятными качествами, а мы — это ничтожное существо, у, которых, у которого никаких качеств нету. Because we always have discriminating awareness. We are very clear what the good qualities of the teacher are, what their shortcomings are. We don't deny them. The fifth Dalai Lama says that quite clearly. But there's no point in focusing on the shortcomings. You don't have any benefit from focusing on the shortcomings and complaining and criticizing. Focus on the good qualities because there are far more good qualities than shortcomings. И с помощью распознавания мы понимаем, какие учителя достоинства, какие недостатки. Причем мы не отрицаем недостатки, и об этом говорит Пятый Далай-Лама. Но мы и не сосредотачиваемся на них, в этом нет никакого смысла. Мы понимаем, что у учителя значительно больше достоинств, чем недостатков. Далее мы думаем о драгоценном человеческом перерождении, которое у нас есть. And uh, this is, uh, I mean, there's the standard list. I don't have to uh, go through all the Lamrim teachings with you. That I have the uh, um, temporary freedom, respite from these worst conditions that would prevent me from uh, practicing, and I have all these uh, wonderful opportunities. So there's lists of these. <laughs> тех свобод, которыми мы обладаем. Uh, мы свободны от определенных препятствий к практике. И тех возможностей, которые у нас есть, они перечислены в Ламриме. Я не буду углубляться в uh, эту тему. But, uh, particularly, uh important here, not mentioned in the standard lists, is that uh, we have the basic constituent features as a human being, With the subtle energy systems and chakras and all these things, which then can be used on the path to uh, enlightenment. So, in addition to the precious human rebirth, it's even more important in Tantra because we have really the working basis for that that we would not have in any other life form. И, Uh, тонкоэнергетическая система и чакры, uh, которые важны именно в uh, практике тантры и у других uh, форм жизни, uh, этой тонкоэнергетической системы нет. And so one of the uh, tantric vows is not to abuse our aggregates, not to abuse our body and mind, because it's very precious and we need to use it. И один из тантрических обетов в том, чтобы не наносить, не наносить uh, вреда нашим совокупностям, то есть телу и уму, поскольку мы используем их на пути. So pushing it too hard, for example, you know that just really um, causes problems in our energy system. We need to, you know, of course, not go to the other extreme of being lazy, but get enough sleep, eat properly. Например, если мы работаем сверх меры, то мы можем нанести ущерб своим, своему телу и уму. Конечно, важно не впадать и в другую крайность в лень. Мы просто имеем в виду, что важно поддерживать свое тело в нормальном состоянии спать столько, сколько нужно есть. Если мы заболели, идти к врачу. И важно правильно питаться, заниматься какими-то упражнениями, то есть и точно так же важно поддерживать ум в правильном состоянии, не загрязнять его насилием, порнографией. And uh, what happens is that uh, if we don't appreciate the precious human rebirth that we have, we waste it. We don't practice. We don't try to uh, work on our motivation. We don't use it. We just do, I mean, to just do an em what's called an empty ritual, just go blah, 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 ring your bell every day, that's wasting your precious human rebirth. И очень важно не растратить впустую uh, это драгоценное человеческое рождение. Если мы делаем uh, тантрические ритуалы, uh, при этом не понимая их смысла и просто звеним в колокольчик, то uh, это как раз будет пустой тратой времени, потому что хотя мы можем думать, что занимаемся высокой продвинутой практикой тантры, на самом деле это пустой ритуал, и мы просто теряем время. Now, it's not a total waste of time doing this uh, empty ritual. Of course not. We develop discipline. We develop, you know, uh, a uh, sense of responsibility that we're going to do it every day. You know, there's some special, you know, if we're doing it in Tibetan, there's a rhythm. to it so it uh, is helpful we connect with the lineage that's fine but we're not taking the fullest advantage that we can and this is the point of uh, the precious human rebirth to take the fullest advantage of it конечно у ритуалов есть определённые достоинства мы тренируемся в дисциплине практикуя каждый день мы развиваем чувство ответственности. Мы, если мы повторяем текст на тибетском, там присутствует определенный ритм, мы обращаемся к линии преемственности, и мы чувствуем определенную к ней причастность. Но, тем не менее, даже в этом случае мы не используем свое драгоценное человеческое рождение на 100%. But, even if uh, we try to practice more and more effectively, don't go to the extreme of pushing yourself too hard.

and nothing is going to be of help unless we have actually built up the positive uh, habits of Dharma practice to avoid worse rebirths, losing a precious human rebirth, never getting, it, not getting it again. И следующий шаг в ламриме это размышление о непостоянстве и смерти. У нас есть драгоценное человеческое тело, но мы потеряем его. Мы знаем, что смерть безусловно наступит. Мы не знаем, когда именно. И uh, в момент смерти ничего, кроме uh, дхармы, то есть тех положительных привычек, которые мы uh, создали, нам uh, не поможет. И uh, мы стремимся uh, не uh, переродиться в низших мирах. Now I have tried to uh, explain. So there's no need for me to repeat in great detail. I've tried to explain how in uh, tantra practice what we're trying to do. Is to get rid of death and rebirth, you know, which is the basis for experiencing you know, all the sufferings that we do from lifetime to lifetime. <laughs> я, наверное, не буду повторять все полностью, но вкратце смысл тантрической практики в том, что мы стремимся избавиться от, от циклов смерти и перерождения, которые повторяются от жизни к жизни. And in tantra, in dying, intermediate stage and, uh, being reborn. And we do practices like that so that uh, we build up the habit that this will substitute, you know, the actual attainment of a Buddhahood modeled on that will substitute instead of our ordinary death, bardo, and rebirth. Uh, умирание Бордо и перерождение, uh, они повторяют uh, как раз структуру этого процесса, и мы стремимся заместить наши обыденные умирания, Бордо и перерождение, uh, преобразовав uh, эти uh, процессы и uh, на основании этого прекратить обыденное рождение и uh, родиться в преобразованном чистом виде. When we die, Conceptual <coughs> thoughts, all that sort of stuff dissolves. We get down to the very, very subtlest level of, of mind, mental activity, and energy. <coughs> and if we still have unawareness an and uh, we still have the Tendencies of disturbing emotions. I mean, at that level, you would only have the tendencies, not conscious, but uh, not manifest. But uh, you still have those tendencies. You still have the karmic potentials. They're going to get activated. Then what happens? You get a rebirth. And the point here is that uh, it'll be a worse rebirth. Yeah. Not a human rebirth. Not a precious human rebirth. во время смерти uh, у нас сохраняются, если у нас сохраняются неосознавания, uh, тенденции, кармические потенциалы, то активизировавшись, они приедут, приведут нас к uh, худшим перерождениям. Это именно то, чего мы uh, боимся. Мы стремимся получить снова человеческое рождение. So what we want is to be able to not... i mean to be able to get down to that clear that subtlest level of mind and not activate all this garbage that uh, is there but instead in the same process as that subtlest level gives rise to a samsaric type of uh, appearance and existence it can also give rise to uh, an enlightened appearance and uh, existence if we have Understanding of voidness and bodhicitta motivation. И uh, наша цель нашей практики в том, чтобы uh, получить доступ к этому тончайшему уму, и uh, сделать так, чтобы он вместо того, чтобы создавал uh, видимости сенсорических, нечистых uh, видимостей и перерождения uh, создал просветленную видимость, просветленная Uh, so, first stage of Tantra, we just visualize, we just imagine getting down to that subtlest level and instead of generating from that our usual samsaric type of uh, existence we generate it, uh, we generate from it a, an enlightening form, these Buddha figures simple form like uh, Bardo analogous to bardo, a more complex form analogous to a near um, rebirth. so the simple form, similar to sambhogakaya, the complex form, similar to nirmanakaya. Мы, um, the two types of appearance of a buddha. Uh, вместо того, чтобы он создавал обыденное перерождение сансарное, мы представляем в своей практике, что из него появляется чистая просветленная форма, то есть медитативный образ Будды или божество, в виде которого мы себя представляем, то есть этому процессу смерти, этому процессу смерть Бордо перерождения будут соответствовать сначала очищение всех обыденных видимостей, потом появление очищение всех обыденных видимостей будет соответствовать смерти, потом появление в виде обычной формы божества будет соответствовать Бордо, и здесь мы говорим о Самхогакае и далее появление в сложной форме божества, которое следует за этим, оно будет соответствовать новому перерождению. здесь мы говорим о Нирмана Кае и Самхо Кае Нирмана Кае. Это два тонких тела Будды. If we're practicing the highest class of uh, tantra, then by working on the initial stage with our imagination like this, visualizing all of this, then on the what's called the complete stage when everything now is complete for being able to actually work with the subtle energy system then out of the subtle energy system we get to this uh, subtlest level of mind and we generate out of that subtlest energy these uh, actual subtle forms rather than a samsaric form it's called illusory body И на первой стадии практики, с которой мы начинаем, на стадии зарождения, мы работаем с нашим воображением, а потом на завершенной стадии, на стадии, когда у нас уже все готово, все завершено к тому, чтобы работать с этой тонкой энергетической системой, мы уже действительно с ней работаем и достигаем этого уровня ума, глубочайшего уровня ума, который порождает... Uh, деле, uh, чистую, uh, and this you know being able to do it in meditation, of course we can't sustain it uh, forever come out of the meditation but uh, being able to do it in meditation, working you know generating these things out of the with working with the subtle energy system will be the direct cause for actually being able to, И это называется иллюзорным телом. И uh, это мы делаем в медитации, uh, хотя в медитации мы находимся только какое-то определенное время, потом мы из нее выходим. Uh, но тем не менее такая медитация создает причину для того, чтобы в конечном счете uh, уже у нас появились эти uh, тела Будды, то есть просветленные тела. If we don't believe in death, And rebirth. This whole thing becomes meaningless. What are we doing with these practices? If uh, we don't believe that, you know, we don't have this feeling of impermanence, okay, I'm going to die, and now I'm going to have to, and there will be bardo and rebirth, and now I want to avoid it. Being just an ordinary death, an ordinary bardo, and an ordinary rebirth, because that's just going to, in the case of the initial level, it could lead to a worse state of rebirth, and I don't even have a precious human body anymore. I can't even continue with my practice. You don't believe that. What are we doing with the practice? <laughs> Бордо, перерождение, мы смогли достичь очищенных умираний Бордо и перерождения. И на начальном уровне мотивации мы это делаем потому, что боимся попасть в худшие перерождения. Мы хотим как минимум обрести драгоценное человеческое рождение для того, чтобы продолжать нашу практику. И если мы не верим в смерть Бордо и перерождение, то тогда зачем мы эту практику делаем? Now, to really, on a gut level, we say in in English, you know, deep within our heart, to be totally convinced I'm going to die. You know, I, I have this opportunity now, but I'm going to die definitely. I have no idea when that will actually happen. And I know what is going to follow, in terms of a bardo and a rebirth, and I Certainly want to avoid that. Especially what I want to avoid is activating negative potentials and being reborn in a worse rebirth. То uh, есть uh, у нас уже должно быть искреннее чувство, как uh, образно мы говорим, до мозга костей. Мы должны быть уверены в том, что uh, мы умрем. И не только то, что мы умрем, но и что за этим последует бордо и перерождение и мы опасаемся того, что во время этого процесса у нас созреют отрицательные кармические потенциалы, из-за которых мы можем переродиться в худших мирах. So, even if we're thinking in terms of the structure of the Four Noble Truths, okay, I'm doing this practice in order to get rid of suffering, and I'm looking at uh, the cause of suffering in terms of selfishness or whatever, whatever however, whatever depth we're looking at it, И даже если мы подойдем к практике с точки зрения четырех благородных истин, и скажем, например, что э, у нас причина всех проблем это эгоизм. Это все равно будет недостаточно глубокий подход к практике, потому что если мы не верим в перерождение, мы не доберемся до самого глубокого уровня понимания. Мы не поймем, в чем на самом деле заключается проблема. Первая благородная истина и каким образом и что является ее глубочайшей причиной. Вторая благородная истина. So what would what could this degenerate into? We have to recognize what could it degenerate into our practice? I mean, what could our practice degenerate into? И нам важно осознать, uh, как может наша практика деградировать, если мы будем недостаточно глубоко к этому подходить. Uh, даже если мы думаем, что это буддийская практика. Это может Например, возможно, я стремлюсь преодолеть несчастье. Which of course we need to overcome, but that's just, you know, the first level of the truth of suffering. What's true suffering? And how am I going to overcome unhappiness? I'm going to escape into this fantasy land of the Buddhas and, you know, all these nice forms and everything is perfect, it's a pure land and so on. Uh, да, безусловно, нам нужно освободиться от страданий. Uh, но если наше понимание первой благородной истины будет поверхностным, то uh, как мы постараемся освободиться от страданий, мы просто uh, уйдем в uh, иллюзорный, воображаемый мир. Вокруг нас uh, мы будем представлять различные uh, чистые, прекрасные формы, нам будет казаться, что все совершенно. So that is really And just to go to a, a pure fantasy land, not really going to rid us of our problems. No, это конечно большое упрощение тантрической практики. Если мы постараемся отправиться в чистую воображаемую землю, которую мы сами выдумали, это конечно не избавит нас от наших проблем. It's like going to an internal movie and watching a cartoon. Uh, будет подобно такому проигрыванию uh, кино у себя в голове uh, или мультфильму. Okay. Also the more that we are aware of death and impermanence, then uh, we uh, will do a daily practice because we never know when today is going to be my last day. И если мы осознаем смерть и непостоянство, мы безусловно будем практиковать ежедневно, потому что мы будем понимать, что каждый наш день We could be hit by a truck. We could have a heart attack at any time. Нас в любой может сбить грузовик, или мы можем умереть от And uh, also, if uh, we're thinking to do uh, retreats, by retreat I don't mean just a weekend uh, seminar in a uh, in the countryside, but if we're thinking of doing, you know, an intensive practice with. Hundreds of thousands of mantras and uh, stuff like that. We won't put it off. That doesn't mean that we rush into these retreats unprepared. To take it seriously, you Но uh, no, uh, no, конечно нам нужно, нам не нужно и uh, неподготовленными убегать в этот ретрит, uh, поскольку uh, мы очень просто можем, uh, например, провести три года в ретрите uh, с блуждающим умом, и это точно также будет пустой тратой времени. So, death. Итак, после смерти и непостоянства, когда нам важно по-настоящему искренне uh, принять перерождение, uh, следующий шаг это... Uh, низших, миров, раз and in our tantra practice, when we think of helping beings in all different realms and so on, well, we need to take these lower realms seriously. Otherwise, we're just thinking of benefiting people I know, or at best, maybe all human beings, maybe some animals as well. I don't know about the insects, but okay, the animals. Incomplete. Потому что если мы, занимаясь статической практикой, представляем, что помогаем абсолютно всем существам, мы не должны исключать никакие миры. В обратном случае мы будем представлять, что мы помогаем только каким-то некоторым людям, или в лучшем случае, что мы помогаем всем людям, или, может быть, даже животным. Там мы не уверены насчет насекомых, но людям и животным, да, мы помогаем. But... We need to not just appreciate that there are others that are now experiencing these uh, worse rebirth states. What we need to uh, really realize here is that I could experience that, and to take that very seriously. That I, if you think in terms of beginningless life, you know, beginningless mental continuum, I've certainly built up all the negative potentials to be reborn as a cockroach or worse. И на этом шаге размышления о страданиях худших миров мы не только думаем о том, что другие существа в этих низших мирах страдают, но мы думаем, что мы сами можем там оказаться, потому что с безначальных времен мы, безусловно, накопили причины перерождения в а, низших мирах, и а, мы не хотим ни накапливать новые отрицательные кармические потенциалы, ни активизировать уже накопленные. Мы совершенно искренне а, понимаем, что можем переродиться тараканом или а, кем-нибудь еще, и мы а, не хотим там переродиться в в таком состоянии тогда, если мы искренне к этому подходим, наша практика действительно будет значительно uh, более uh, сильной. And although it might be difficult for us to really take seriously and relate to what life would be like as a uh, clutching ghost, you know, so-called hungry ghost and uh, being born in one of these hell realms, might be quite difficult to relate to that, but Very, very helpful to take seriously the life of the human beings who are in the worst states, in the poorest countries, living in the worst conditions, exploited, starving. You know, think of all the um, poor people in Pakistan at the you know, with this terrible flood that flooded, I don't know what, was it one-third of their country? They lost absolutely everything. They didn't even have very much to start with. They can't even find dry ground to stand on. Imagine what it would be like to uh, be like that. Imagine what it would be like to be a type of animal, let's say a small fish, that at any time a larger fish can come and eat you alive, bite off half of you, and then eat the rest. Wow. И возможно нам довольно сложно uh, подумать о том, как чувствуют себя голодные духи или цепляющиеся духи или существа в мире Ада. Но, во всяком случае, мы можем подумать о том, как живут люди в более бедных странах. Они голодают, они их эксплуатируют. Например, мы можем подумать о том, что сейчас происходит в Пакистане. Мало того, что это и так бедная страна, сейчас там еще и к тому же наводнение, и очень сложно даже найти сухой клочок земли. Или, к примеру, Пакистан. И мы можем подумать о том, каково быть маленькой рыбкой, которая в любой момент может проглотить огромная рыба, сначала там откусить половину тела, потом да и все остальное. Какой страх испытывает эта рыба? И, конечно, если мы поставим себя на место этих страдающих существ, то у нас появится очень сильное чувство, что я определенно хочу избежать такой участи. Mm. Then... refuge, what i uh, like to refer to as a safe direction. what are we aiming for? we're aiming for the third and fourth noble truths, basically. so state in which all these obscuring factors, all these things that uh, cause uh, rebirth and the suffering that we have in rebirth, all of those are completely removed. true stopping from our mental continuum. and и следующий шаг это прибежище которое я называю надежное направление это то к чему мы стремимся uh, мы стремимся к uh, устранению всех uh, омрачающих факторов uh, и к тому чтобы все uh, положительные факторы положительные качества работали uh, в полной мере so. If то uh, есть uh, я мы стремимся к uh, тому, чтобы uh, прекратить страдания и их причины, это первая и вторая благородная истина, и uh, прийти к uh, полному прекращению страданий, это третья и четвертая благородная истина. So that's the deepest dharma jewel, deepest dharma refuge, third and fourth noble truths on a mental continuum.

Perpetuate this uh, samsaric existence. So we have to, for the third noble truth, the fourth noble truth, that correct understanding will eliminate these causes and eliminate this suffering, uncontrollably recurring rebirth. So the true stopping of the third noble truth. Uh, Итак, uh, Соответственно, под причинами страданий э, понимаются наши неосознавания, беспокоящие эмоции и карма. И для того, чтобы избавиться от первых двух благородных истин, нам важно достичь третьей и четвертой. То есть э, третья благородная истина э, – это истинное прекращение страданий. И э, четвертая – это э, правильное истинное понимание, благодаря которому это прекращение произойдет. So if we're not totally convinced... And this is not easy at all. Totally convinced of the basic purity of mental continuum and Buddha nature and all these factors that are there. We're not convinced of that. And convinced that all these obscuring things are fleeting and temporary, they can be removed. We can achieve a true stopping of it. What are we aiming for? Uh, если, а если мы не убеждены в том, что у нас есть изначально чистый поток ума и факторы природы Будды, uh, если мы не уверены, что омрачающие факторы могут быть навсегда uh, убраны из этого потока ума, таким образом произойдет подлинное прекращение истинное прекращение uh, страданий, uh, если мы в этом не уверены, то тогда к чему мы стремимся, занимаясь практикой тантры? Oh, if... we don't think that death, bardo, and rebirth, you know, the experience of that is something which could be removed from the mental continuum, and the mental continuum will continue on, you know, on the basis of all the good qualities of buddha nature factors. if we don't think that's possible, what are we trying to do in getting rid of death, bardo, and rebirth? to really put your heart into getting, trying to get rid of death, bardo, and rebirth, you have to be firmly convinced that it is possible. there is such a thing as a true stopping of that. И занимаясь практикой, uh, мы стремимся избавиться от uh, смерти, бордо и перерождения. Uh, для этого нам нужно быть уверенными в том, что uh, эти смерть, бордо, перерождение действительно могут быть исключены, очищены из потока нашего ума, и поток нашего ума продолжится без них на основании тех положительных качеств, факторов природы Будды, которым он обладает, и именно это и есть наша цель, истинное прекращение страданий, третья благородная истина, и мы стремимся обрести правильное понимание, то есть четвертую благородную истину, которая приведет нас к этому прекращению. So if the deepest Dharma jewel, the deepest Dharma's refuge is the third and fourth noble truths. I mean, sure, it's represented by the books, and the texts, and the teachings, and so on, but the deepest level are these the third and fourth noble truths, then if we don't if we're not convinced that somebody has actually achieved this namely the buddhas. So now we get the buddha jewel. and that there are those who have achieved it at least in part, the arya sangha. how can we hope that we're going to achieve it? i'm so special. nobody else has ever achieved it. you know, there was never a buddha, but i'm going to become, you know, liberated. this is a farce, isn't it? it's a big, it's, it's quite arrogant, actually. And also, что есть Будда, который достиг этого полного прекращения страданий и, соответственно, обрел понимание, которое к нему приводит, то есть третья и четвертая благородные истины. И есть Санха, которые достигли этого частично, то есть помимо драгоценности Дхармы, которая, хотя на внешнем уровне э, представлена текстами, учениями, на более глубоком уровне э, она представляет собой третью и четвертую благородные истины, нам важно э, понимать, э, быть уверенными в том, что действительно все эти три драгоценности э, существуют, потому что если мы не верим, что кто-то уже достиг полного прекращения страданий, э, и думаем, что, может быть, э, мы первыми этого достигнем, то э, это... Uh, фарс, uh, you know, i make a difference in my way of explaining uh, buddhism between uh, dharma light and uh, real thing dharma, like coca-cola light and uh, real thing coca-cola. the uh, real thing is aiming for liberation from samsara and enlightenment, and dharma light is just uh, uh, trying to improve this lifetime. И когда я объясняю дхарму, я часто провожу различия между uh, истинной дхармой и uh, дхармой лайт, uh, название по, на, uh, по аналогии с кока-колой uh, лайт, да, облегченная, uh, безкалорийная uh, разновидность кока-колы. Uh, и дхарма лайт, когда мы стремимся только к uh, тем или иным целям этой жизни. В то время как подлинная Дхарма, когда мы устремлены к освобождению и просветлению, и проблема не в том, что дхарма лайт плоха, что ее нельзя практиковать, она может быть достаточно полезной, но она является лишь первым шагом на пути к подлинной Дхарме. But what about tantra light and real thing tantra? И можем ли мы точно так же провести разделение на тантру-лайт и подлинной тантрой? Like? Uh, что это за тантра-лайт, на что бы она была похожа? Я пытаюсь это я делаю эту практику, в основном, чтобы эту жизнь. Я имею в виду, у нас есть идея, что я в этой жизни, но будет если эту жизнь и тантра лайт, когда мы занимаемся татрической практикой uh, ради того, чтобы достичь определенных благ в этой жизни. Uh, да, мы, конечно, думаем, что, может быть, мы даже и просветление сможем достичь в этой жизни, но, во всяком случае, даже если мы просветление не, не достигнем, мы думаем, что мы достигнем в этой жизни хотя бы чего-то. Uh, has anybody ever really reached enlightenment? Well, I don't know. How would I know? So, It would be good enough to go really far in that direction, and I'm not going to worry about uh, was there ever really an enlightened being, uh, are there ever really Arya Sanghas? This is the light version. если же мы сдадимся вопросом, можно ли действительно достичь то uh, мы, так может быть, и в этом и не уверены, и для нас это не играет большого значения. Мы думаем, может быть, кто-то в прошлом достиг просветления uh, и также частично uh, продвинулся к этой цели. Может быть, нет. Uh, если для нас это не очень важно, то это также будет uh, облегченной лайт uh, версией. So I don't really believe in in rebirth and uh, in you know that whole <laughs> aspect of the real thing, uh, dharma. so a light version would be, perhaps i'm just using tantra to overcome my negative self-image and to have a more positive self-image, which certainly is one aspect of imagining ourselves in these buddha, as these buddha figures, because they each represent, you know, mainly, i mean, they represent the whole thing, all of enlightenment, but they specialize in compassion or clarity of mind or И если мы занимаемся uh, практикой тантры в облегченном ключе тантры лайт uh, и мы не уверены в достижении uh, в том, что можно достичь просветления и мы не верим в uh, перерождение, а это uh, аспекты уже подлинной дхармы то мы uh, скорее будем заниматься этой практикой для uh, того, чтобы приобрести uh, более положительный имирь, более положительный образ uh, или более положительное отношение к самим себе, uh, поскольку различные uh, божества или медитативные образы Будды символизируют различные качества, такие как сострадание или ясность ума или uh, положительную энергию. Все. So. in these practices in which we imagine going down to the subtlest level of mind, clearing away all ordinary appearances and things, and then, you know, similar to death, and then generating in a subtle form and then in a full form, you know, which are pure, similar to bardo and rebirth and similar to sambhogakaya and, and nirmanakaya, you know, going down to the subtlest level is similar to dharmakaya. so instead of that, we do a light version. тогда получается, что вместо э, очищения всех обыденных видимостей и достижения тончайшего уровня ума, что соответствует умиранию, э, появление в виде упрощенной формы, что соответствует бордо, э, когда мы появляемся в... Э, это соответствует бордо и э, самбхога каи. И вместо появления в э, сложной форме божества, что соответствует э, перерождению и нирмана каи, Uh, мы, mm, uh, просто, uh, to light. So, what is the analogy that we might uh, think of? We might think of in terms of closing down the computer, which is uh, giving, you know, not a very nice <laughs> program, it's not working very well. And so I shut it down and then I reboot. And so I shut down, you know, all my negative thinking and my low self-esteem and negative self-image and all of this garbage that's going on around here. And I shut down the computer, you know, this program, I don't like this program, it's not working well, go down, you know, shut it off, and then we reboot. And we reboot now with, uh, you know, it's going to work much better, it's a much nicer program, it has, you know, really good video and really good sound and all of that. And now I'm in my... Pure fantasy land of a Buddha figure. That would be a Dharma version. И uh, мы можем провести аналогию с компьютером. Uh, к примеру, нам не нравится, uh, как наш компьютер работает. У него постоянно сбоят программы. И мы его перезагружаем. Uh, этого, соответственно, будет подобно uh, достижению тончайшего уровня ума. Uh, потом мы снова его включаем, и у нас уже. Этот компьютер работает хорошо, видео и звук качественные, и это, соответственно, означает, что мы сначала поняли, что наше мышление негативное, что у нас в голове много мусора, низкая самооценка, и потом, перезагрузившись, мы уже начинаем мыслить позитивно, находимся в некой воображаемой чистой стране, и это вот как раз будет такой «Тантры Лайт». And especially if we do this without any understanding of voidness, just rebu rebooting our internal computer, as it uh, were, staying within the context of just this uh, lifetime, then we're going to have as much problems with the new program that comes up, you know, uh, the, as we had with the old one. There'll be attachment. There'll be arrogance. There'll be, you know, incredible naivety. и если у нас нет... so holy, so и если у нас нет понимания пустотности то таким образом перезагружая компьютер размышляя только о одной этой жизни у нас могут появиться дополнительные проблемы когда у нас наш компьютер загрузится у него все равно программа будет сбоить, Uh, потому что у нас uh, вот в этой воображаемой чистой земле uh, появится привязанность, uh, высокомерие, uh, очень uh, много наивности. Мы будем думать, что мы уже действительно Тара или uh, Авалокитишвара, uh, что мы святые, что мы uh, действительно такие замечательные. Uh, this figure or that figure could be with a tremendous feeling of i'm such a high practitioner, i'm so cool, i mean, whatever, these type of uh, uh, really disturbing attitudes based on our tantra practice. there's a big danger. <laughs> Uh, во всяком случае, у нас могут возникнуть uh, такие мысли, что я такой uh, продвинутый практикующий, я действительно крут, и uh, тогда у нас uh, точно так же появятся беспокоящие эмоции уже на основе нашей тантрической практики. И даже если у нас есть некоторое понимание пустотности, которое у нас, когда мы перезагружаем наш компьютер, тем не менее для того, чтобы достичь освобождения и просветления, такого подхода недостаточно. Hmm. And the last point uh, in terms of this uh, initial scope, everything that I've been referring to here is an in initial scope of motivation, is thinking of destructive behavior and how that produces the worst rebirths and so on. And so, if I'm going to go in this direction toward achieving the third and fourth noble truths, then at least as a start, I have to avoid destructive behavior. <laughs> здесь это все мы пока остаемся в рамках начального уровня мотивации или мотивации низшей личности, это размышление о причинах и следствиях. то есть мы думаем, что наши бис... мы размышляем о том, что наше разрушительное поведение приводит к низшим перерождениям. и если мы хотим в конечном счете достичь третьей и четвертой благородной истины, To so, the more we take this aspect uh, of the uh, initial scope seriously, the more strength there will be to refrain from breaking our vows the bodhisattva and tantric vows—and the basic pradimoksha vows, which are the basis for uh, bodhisattva and tantric vows. pradimoksha vows are, you know, even if we're not a monk or a, a nun at least refrain from the grossest type of destructive behavior, taking the life of others, stealing, lying, etc. because uh, we understand what the results of uh, such type of behavior in terms of losing this opportunity, getting more and more suffering, especially in terms of rebirth. And if we really think about this пунктом, последним пунктом низшего уровня мотивации, то мы уже будем по-настоящему тверды в соблюдении своих обетов, обетов бодхисаттвы, тантрических обетов и лежащих в их основе обетов протимокши. И это не обязательно должны быть обеты монаха или монахини, но, во всяком случае, основные обеты мирянина – не убивать, не красть, не лгать и так далее – Mm -hmm. uh, after a pretty much uh, so we have this uh, not kidding, not stealing, not lying. That's all I said. Mm -hmm. Mm -hmm. So we need to take all of this quite seriously. Потому, что только если мы понимаем, что за разрушительным поведением последует менее благоприятное перерождение и страдания, мы по-настоящему будем от них воздерживаться. So that, uh, we actually, Um, keep our commitments. And uh, we understand that you know, what is the heaviest of these destructive uh, actions that we want to refrain from is having a distorted antagonistic attitude, Distorted antagonistic <laughs> thinking, which in this case would be, this tantra practice that I 've been doing is just stupid it's useless anybody who does this is just a, it's a waste of their time and this whole path toward working toward enlightenment is a waste of time because it can't be done then you give it all up that 's the worst враждебное мышление, враждебное искаженное мышление, когда мы думаем о практике тантры, что она не работает, это довольно глупо, это потеря времени, и я сам теряю время, и другие люди, которые занимаются этой практикой, теряют время, потому что на самом деле все это преобразование и достижение просветления, все это совершенно невозможно. And why is it the worst? Because we have cut ourselves off from the methods that are going to help us to avoid suffering. So all we're left with are methods that will produce more suffering. So that's the worst, because it's the basis for everything else that could go wrong. We've cut ourselves off. почему это самое тяжелое из разрушительных видов поведения. Мы полностью отсекаем нашу практику, мы ее бросаем, и теперь уже мы не стремимся избегать разрушительного поведения, и напротив, мы находимся в состоянии, где все, где у нас остается, остаются все эти многочисленные виды разрушительного поведения, которые нам принесут все больше и больше страданий. So that's why it's very important before we really get involved with uh, Tantra or if we've gotten involved prematurely, really be convinced that this is a worthwhile path that actually can work. And for that, we have to understand how it works and go through all these points that I have been saying for making our practice more effective based on a firm. Foundation in Lam Rim. И поэтому перед тем, как мы приступаем к тантрической практике или после того, если мы вдруг приступили к ней преждевременно, нам очень важно понять, зачем нужна эта практика, как она работает и быть уверенными в том, что она действительно может помочь нам достичь этих целей. А для этого нам важно обращаться к ламариму как раз который мы здесь рассматриваем говоря о том как сделать та тантрическую практику более эффективной so, let's, uh, и давайте здесь прервемся на перерыв